cantori. Non ci manca. Естественно, Андрея Алексеевича Усачева, у меня тоже мальчик, которому 7 лет, и мы эту книжку регулярно читаем. Вот это тоже песенка из этой книжки, вернее, стихотворение, на которое мне захотелось написать песенку, и вот она получилась таким названием стихотворение «Очень странный разговор». Контролер зашел в трамвай. Что такое? Ай-яй. Прямо под сиденье прячь ногая белая собачка ехала в трамвае. Попрошу гражданка предъявить билет, а ему собачка ускорит ответ. Удивился контролер, на нее глядит упор. Ooh.
Так, у вас получилось вырычать, интересно? Мне вот здесь плохо слышно было там. Умеете вырычать? Да? А давайте еще раз, да, припев споем. Продолжение следует...
тему я приглашаю удивительного, такого вот прямо такого радужного, прирадужного дядю Сашу. Александр Пенигин! Ну и что мы исполним? Ой, Катенька, даже не знаю. Давай выбирай. Я с тобой люблю песню спою. А кто-нибудь знает ноты? Знаете ноты, да? Давайте повторим. Давайте возьмем ноту до. Кто-нибудь нам сейчас ноту до даст. Давайте споем. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. В общем, когда вы услышите ноты, пойте вместе с нами. Хорошо, когда до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Услышите? Ну, а мы готовы начинать. Песня называется «Музыкальное дерево». Прилетели к дятлу птицы, воробьи, щеглы, синицы. Дятел, сделай нам дупло, будет птенчикам тепло. Знаменитый мастер дятел даром времени не тратил, но не просто. Сочинили пластинку про котов, она называлась «33 кота», а теперь мы сочинили про мышей. Пластинка будет называться «Путешествие в Мышляндию». Вот, и несколько песен я с удовольствием
из этой пластинки вам спою. Первая песенка называется «Мишель». Мышка с романтичным именем Мишель завела привычку хрупать вермишель. Друг ее со скромным именем Мирон может съесть спокойно пачку макарон. Может съесть спокойно пачку макарон. Сядут на постели и давай хрустеть. От мучных изделий можно растолстеть. Милые воришки, очень вас прошу, не грызите мышки по ночам лапшу. Не грызите мышки по ночам лапшу. Не грызите мышки по ночам лапшу. Пора звать самого дорогого гостя нашего сегодня. Для меня вы все самые дорогие. Хорошо, это очень здорово. Что, вот сколько же лет вы уже вместе вот так вот сочиняете, пишете? Ой, такие классные песни. Вам нравятся песни? Мне кажется, вы уже давно, да, многие слушают. А интересно, кто пришел первый раз на концерт, где звучат песни на стихи Андрея Алексеевича Усачева и композитора Александра Пенегина? Интересно просто, кто первый раз? Ух ты, как много! Ну и сколько же лет вы пишете уже столько песен, много написали? Ой, даже не вспоминай, Катенька, давай лучше петь. Хорошо. Андрей Алексеевич, мы вас ждем, мы вас так любим. И спасибо за то, что вы пишете столько много детских песен, потому что, правда, как-то, мне кажется, если бы не вы, все становилось бы грустно и грустно, что-то мало как стишков детских, книжек. Спасибо, спасибо, Катя, за добрые слова. Я должен сделать небольшое, маленькое замечание. Здесь почти все песни с моими словами. Вот, но песня вот про укулеле, ее написала такой поэт. Не всегда поэтесса любит, как зовут поэтессами, Елена Албу. Так что, а музыка Саши, поэтому это не моя. Елене передаем привет. У нас, кстати, идет трансляция, мы записываем наш концерт. Вот, да. Ну, теперь я предлагаю спеть песню, раз мы уж втроем здесь, прямо на троих. Давайте. Вот, на троих не только пьют чай, кофе, но иногда на троих и поют. Вот тут точно наши с Сашей слова и музыка. Вот, а песня называется «Кастрюля труляля». Правильно? Абсолютно. Ну, давайте, да. Это тоже премьера первая. Если вы в поход ходили, значит, вы слыхали звон. Вас не зря котлы будили, дили-дили-дили-дон. Вас не раз котлы будили, дили-дили-дили-дон. Чайник старый, тара-тара-тара-ра.
Напиши мне что-нибудь.
хочу вас послушать. Откуда? Из зала. Проходите к нам, в зал садитесь. Да вот. А мы попробуем с вами что-нибудь тоже спеть. Мне очень понравилось, как вы Кате помогали. Кате и Саше с этим бум-бум-бумом. О, слышу, гитара, отлично. Значит, скажите мне, пожалуйста, если тут, вот у меня есть песня, не только, конечно, как Катя, мы никогда не споем, не я, ну, Саша, может, еще получится, но тоже не получится, вот, но спеть мы, может каждый человек, даже у кого плохой и противный голос. Вот мне как раз нужен мальчик с очень плохим и противным голосом. Есть? Вот мы с ним споем. Ну, смелее, ничего, давайте, вот. Я вижу, выходи, да, чего ты? Да, давай, да. Вот. Катя, ты можно твой микрофончик мы дадим? Вот так, выходи. Да, спасибо. Прекрасно. Значит, представься, пожалуйста, как тебя зовут? Семен. Значит, прекрасно. Тебя зовут Семен, меня зовут Андрей. Значит, мы с тобой будем петь песню, которая называется «Колыбельная для дракоши». И там есть такой припев. Баю-баю-баю-бай, спи, дракоша, засыпай. Значит, смотри, я тебе спою, а ты попробуешь мне помочь. Баю-бай, баю-бай, спи, дракоша, засыпай. Баю-бай, баю-бай, спи, дракоша, засыпай. Попробуешь? Давай. Баю-бай, 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 спи, дракоша, засыпай. Еще раз попробуй. Баю-бай, нет, еще раз хочу. Бай-бай, бай-бай, спи, дракоша, засыпай. Бай-бай, засыпай. Хорошо очень, поешь даже слишком хорошо. Ты обещал противным голосом. Ты пьешь так вот. Бай-бай. Вот теперь будет правильный бай-бай. Давай, держи. Попробуешь? Бай-бай. Все, теперь смотри на меня, будешь мне помогать. Значит, итак, колыбельная для дракоши, мы с Семеном поем. В одинами зазойский погожий денек, в семействе драконов родился сынок. Ужасно пригожий дракошка, вот только капризный немножко. Дракоша никак не хотел засыпать. Полночи с дракошей промучилась мать, качала малютку, качала и нежно над люлькой рычала. Бай-бай! Сынка нет в едином глазу от этого дикого рыка. Малютка зашелся от крика. Средь ночи проснулся взбешенный отец. Когда ж ты, дракоша, уснешь наконец? Родители у колыбели протяжно вдвоем заревели. Бай-бай! Спи, дракоша, засыпай, бай-бай. Вот уже. Папаша рычит и Маша рычит. Дракоша от страха сильнее кричит. Ревела семейка так жутко. Описался бедный малютка. Что делать, собрался семейный совет. Венчались из Азии бабка и дед, а следом 14 теток забыли в 14 глоток. Помогайте Семену. Баю-бай, баю-бай, спи, дракоша, засыпай. Баю-бай, баю-бай, спи, дракоша, засыпай. Младенец тоскует, малютка вопит, вся Африка четверо суток не спит.
И вот у баюки бычада притопало целое стадо. Ревели чудовища ночи и дни, и вымерли в Африке вскоре они. Лишь рожки остались, да ножки, как песня для крошки драконошки. Бай-бай! Молодец! Отлично! Ну что, неплохо, но тебе надо потренироваться в противности. Так, а ты что, руку тянешь? Попеть ты хочешь? А вот с места не хочешь попеть? Хорошо. А мы сейчас проверим. У меня есть песни, в которых не только дети поют, но и взрослые. У меня есть, значит, песня для папы. Мне нужен папа. Нос затыкать я его не заставлю. Как мальчик-то уже папа, да? Я уже вижу маленький папа, лет так приблизительно 10. Ну что, найдется смелый папа? Ну? Что, испугались, папа? Дети выходят, мама иногда выходит, а папа не решается. Дядь Саша, иди за папу будешь работать. Значит, смотрите, дядь Саша, вот представь, значит, я вопрос задам публике. Скажите, что в субботу рано-рано утром делают папы? Спят, конечно, мама знает. А какими звуки при этом издают? Правильно, да, мамы так не умеют, конечно, а папа у них хорошо получается. Вот мы с вами будем петь песню, которая называется «Папа, поедем на пикник». Вот, Александр Николаевич, вот ты будешь папа, это все твои жены, дети. Вот. Ой, как приятно. Вот, да. Значит, дети и жены, это ваш папа, Саша. И наша задача его будет разбудить. Вот, потому что папа много работал, понимаете, сколько детей-то ему надо обеспечить. Вот, и мама коктейли пьют тоже, в общем, серьезно все. А будить мы папу будем, Саша, таким образом. Ну, папа, 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 поедем на пикник. Ну, папа, 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 поедем на пикник. А теперь вы попробуйте. Ну, папа. Да. Все получилось, я понял, прекрасно. Вот, Александр Николаевич, вы знаете вашу арию? Да. Да здравствует суббота, такой чудесный день. Кому сидеть охота с мозгами на декрет? Прочел уже три шкафа, я самых умных книг. Но папа, 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 поедем на пикник. Но папа, 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 поедем на пикник. С первого раза не разбудили, попробуем еще. Все мальчики из класса давно уже в лесу. Возьмем побольше мяса и хлеб под колбасу. Поймаем в речке карпа и сделаем шашлык. Но папа, 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 поедем на пикник. Папа, 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 поедем на пикник. А папа что? Много работал, тяжело, в три смены. Тише, сейчас всех мышей в доме распугаешь. Грибов насобираем, отыщем дикий пляж. В индейц поиграем и выстроим шалаш. Но дом дрожит от храпа и слышен детский крик. Но папа, 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 поедем на пикник. Но папа, 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 поедем на пикник. Ну ладно, собирайтесь, поехали. Разбудили. Молодцы. Молодцы. Ну, раз уж ты пришел, тогда и не уходи со сцены. Попеть? Ну, сходи. Заходи. Ну, да. Вот. Мы сейчас проверим твою внимательность. Вот. А также всех остальных. Есть такая песня, которая называется «Если б я был крокодил, я бы в школу не ходил». Значит, иди сюда к этому микрофону. Вот. Значит,
слушай меня внимательно со всеми остальными. Когда я буду петь про крокодила, надо будет подпевать шлеп-шлеп, потому что он по болоту брюхом шлепает. Когда я буду петь про носорога, надо будет подпевать вжик-вжик, потому что он напильником свой рог точит. А когда я буду петь про кенгуру, надо будет подпевать прыг-скок, потому что кенгуру что делает? Прыгает и скокает, правильно. Запомнили? Шлеп-шлеп, дальше. Что ты? Ты говори, иначе шлеп-шлеп, дальше что-то. А дальше? Не, не годится, не годится. Ты не готов. Шлеп-шлеп, потом вжик-вжик, а потом что? Зизик. Не. Шлеп-шлеп, потом что? Вжик-вжик? А потом? Прыг-скок. Ты запомнил все? Да. Ты не будешь мешать песне? Нет. Ну, отлично, давайте попробуем. Если б я был крокодил, только давайте дружно, как-то ритмично. Если б я был крокодил, вот отлично, а ты не в ритм попадаешь. Вот я даже не знаю, что с этим мальчиком сделать. Он будет. Ты вместе, вот выходите, да. Потому что вы будете так, вот мы сейчас делаем. Ну вот уже все остальные получается. Теперь ты его шлепай или там жикай его. Да, вовремя шлепнуть ребенка не вам неплохая задача. Готовы? Если б я был крокодил, шлеп-шлеп, я бы в школу не ходил. Шлеп-шлеп. Про крокодила пою, про крокодила. А в жик-жик будет про носорога. Обоих убрать со сцены, понятно. Если б я был крокодил, шоп-шоп, я бы в школу не ходил, шоп-шоп, я бы лежал, зарывшись был, шоп-шоп. Если б я был крокодил, шоп-шоп, если б я был крокодил, шоп-шоп. Если б я был носорог, жик-жик. Что, шлепает, уже в жик пошел. Если б я был носорог, я б ходить не мог, жить-жить. Я б точил все время рог, жить-жить. Если б я был носорог, жить-жить. Если б я был носорог, жить-жить. Если б я был кенгуру, прыг-скок. Вместо школы поутру, прыг-скок. Я бы прыгал по двору, прыг-скок. Если б я был кенгуру, кенгуру! Листок! Вот сейчас будьте внимательны, особенно вы, которые на сцене. Крокодил зарылся бы, шлёп-шлёп! Носорог свой точит рог, жик-жик! И напрасно кенгуру, прыг-скок! Скачет утром по двору, прыг-скок! Тот, кто в школу не пошёл, не услышит этот рок-рок-рок-н-ролл. С Божьей помощью. Африку, хорошо, давай еще одну песню успеем. Мне тоже нужно помогать, но я даже не буду подсказывать, что надо делать. Потому что все умные, все сообразят. Песня называется «Африка». Африка, Африка, чудесная страна. Растут бананы в Африке, а также ананас. Сы, конечно, сы, молодцы. Африка, Африка, верблюды на горбу везут по жаркой Африке сладкие арбу. Замечательно соображают ребята. Африка, Африка, мартышек попроси, и вам притащат к завтраку большие апельсины. Мы обыкновенно умная публика здесь собирается. Видимо, потому что Алексей Козлов здесь выступает. Африка, Африка, ну как же в ней тепло, красивые по Африке гуляют ангело. Пы,
гуляйте по песку. Там злые аллигаторы и страшные акулы. Они ужасно злые. Африка, Африка звучит во все концы. А те, кто пел про Африку, большие молодцы. Молодцы это вы, отличные певцы. Молодцы. Молодцы. Ну что, ну Катю позовем? Или Сашу, или всех? Катю мы зовем. Катя. А? Катя, вот услышала. Аплодисменты. Андрею Значу. Я еще не укажу. А мы вас не отпустим. Эту песню я написал давным-давно, больше 30 лет назад. Значит, такой есть писатель, вы наверняка его знаете, Эдуард Николаевич Успенский. Мы с ним дружим, и мы с ним решили, нам не нравились издательства, которые выпускали детскую литературу. Мы создали новое издательство в 91 году, которое называлось «Самовар». Вот. И я понял, что этому издательству нужно, оно до сих пор работает, и книжки выпускает хорошие. Я понял, что им нужна фирменная песня, и написал тогда, это вот уже в году 94-м, эту песенку. Ну вот, посмотрим, мы не пели ее, по-моему, уже лет 30, наверное. Ну, около того. Вот, так что это тоже по-своему такая полупремьера. Я правильно говорю, Саша? Абсолютно. Потому что я не всегда все правильно говорю, но Саша подтверждает, вот он, да. Итак, «Самовар». Очень русское слово. По-моему, во всем мире знают только «Самовар», что еще «Спутник» и «Новичок». По-моему, а у кого есть «Самовар»? Поднимите руку. Вот. Вот так. Молодцы, видите, значит, вы можете подпевать. Там очень простой припев. Но вы его услышите, я думаю. Соберется семья, вместе выпить чая. Случая, зашумит разговор, зазвенит гитара и споет дружный хор возле самовара. Самовар, самовар, выпускает белый пар, словно пароход, нас куда-то повезет. Ты-ты-ты, дзинь-дзинь-дзинь, буль-буль-буль, будут приключения. Самовар, самовар, выпускает белый пар, словно пароход, нас куда-то повезет. Пых-пых-пых, цинь-цинь-цинь, буль-буль-буль, ка-ка-ка, повезет на сказку самовар. Свет погас на земле, только песня льется и горит на столе маленькое солнце. Нужен наш самовар, молодые.
старым. Можно мы приедем к вам с нашим самоваром? Мышиный джаз, а поется она от имени кота, который подсматривает за мышами, как же они там импровизируют. Thank you.
Спасибо. Ну, а теперь пришла моя очередь вам попеть. Ребят, вы немножко посидите, отдохните, да? Вот, я тоже соскучился по интерактиву. Андрей с вами попел. Теперь моя очередь. Надеюсь, вы мне поможете так же, как ему. Да. Замечательно. Давайте я с вами сейчас спою песенку проверочную. Песенка называется «Хрюшечки» на стихи Юрия Кушака. Вот, припев там очень простой. Запоминайте, кто не знает. Уж такие душечки после баньки хрюшечки. Запомнили? Ну что же, попробуем. Терли свинки друг другу спинки, мыли хвостики, крючки, отмывали пятачки, парились веничком, парились березовым, вылетали из парной облачком розовым. Уж такие душечки после баньки хрюшечки, уж такие душечки после баньки хрюшечки. А как облились из ушат, так уж больше не спешат, расселись в сенцах, в махровых полотенцах. После пылу жару, после самовару, дуют на блюдца, друг другом любуются. Уж такие душечки после баньки хрюшечки, уж такие душечки после баньки хрюшечки. Тему. Вот, можно сказать, сейчас будет такая премьера песни, потому что я один раз ее попробовал спеть. Не получилось. И не получилось, да. Я думаю, что и нас, у нас с вами тоже должно получиться. Только помочь? Нет, все, мне надо помогать. Вот. Стихи Андрея Усачева. Вот, музыка Александра Пинегина. Вот, и надеюсь, что вы споете вместе со мной эту песенку. Я даже не буду говорить, где нужно петь. Ну, вы, наверное, такие музыкальные дети, все догадаетесь. Три мышонка пили чай из лесной ромашки и, наверное, невзначай уронили чашки. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, уронили чашки. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, уронили чашки. Догадались, где петь, да? Отлично, поехали. Это такая куплетно-частушечная форма у нас получается. Три мышонка пили чай из лесной ромашки и, наверное, невзначай уронили чашки. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, уронили чашки. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, уронили чашки. Три мышонка собрались убирать осколки и нечаянно весь сервиз уронили с полки. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, уронили с полки. Молодцы! Три мышонка в норке пол дружно подметали, ненароком сбили стол, веники сломали. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, веники сломали. Ай-яй-яй,
Три мышонка до темна делали уборку, но разбили два окна и порвали шторку. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, и порвали шторку. Три мышонка спать легли, бедные мышатки. Так они и не смогли разломать кроватки. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, разломать кроватки. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, разломать кроватки. По-моему, неплохо получилось. Кстати, у родителей получается лучше, чем у ребят. Громче и лучше. Какие улыбки, да, замечательные. Так, ну что еще спеть? Может быть, коротеньких немножко спеть? Да? Вот, тогда я хочу спросить. Ребята, только честно, поднимите руки те, у кого во рту не хватает хотя бы одного зуба. Есть такие? Только честно. Ага-ага. Взрослые тоже тянут руки, но улыбаются, стесняются. Знаете почему, ребят? Все, опускайте, я все понял. Мы с вами одной крови, одного беззубья. Вот, взрослые тянут, стесняются, потому что у них эта проблема уже коренная. А у вас еще пока молочная. А для того, чтобы она не перешла в коренную, нужно чистить зубы, есть побольше овощей, фруктов, разных творогов, вот, чтобы укреплять кальций в зубах. Вот, а я вам сейчас спою песенку, которая называется «Зуб», на стихи Георгия Ладочникова. Она называется... Сергей Погореловский написал эти стихи. Вот, это еще раз доказывает, что не только Андрей пишет в нашу концертную программу стихи, но еще помогают нам некоторые хорошие, добрые люди. Был у Любы зуб, зуб, черышку хруп-хруп, и морковку хруп-хруп. Вот такой был зуб-зуб, но шататься начал он. Зуб молочный, да и вывалился вон. Зуб непрочный, что же наша Люба радуется, скачет. А я у Зэпи зуба, я большая знать. И да был у Любы зуб-зуб, кочерышку хруп-хруп, и молоков хруп-хруп. Вот такой был зуб-зуб, вот такой был зуб-зуб, вот такой был зуб, если здоровый, вот тебе ты снова не рук. Вот такой вот. И дырка, конечно, теперь такая. Вот пересвести, свести, подожди, пока вырастет новый. Еще одну песенку спою на стихи Андрея Усачева. Она называется «За-за-за-за-за-зайчья песня». Только не думайте, что заяц, он заикается. Просто ему вот сегодня холодно, и вот заяц просто очень за-за-за-мёрз. Правильно. Заяц по лесу бежит, весь от холода дрожит. Отчего красные глаза? От мороза, да, 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 да. Заяц скачет через мост, уши белые и хвост. Отчего ты, заяц, бел? Я за, 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 индивел. Зайцу холодно зимой, замерзает зайка мой. Заяц, заяц, где твой дом? За-з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 а
И еще одна маленькая грандусичная песня из стихи Игоря Шевчука. Она называется «Водолаз». Я такую песню не знаю. Эту историю он мне рассказал и уверял, что она случилась на самом деле. Но я ему не очень верю. Уж вам решать, случилось ли это на самом деле или просто выдумка замечательного поэта. Как-то раз водолаз ночью в ванной всплыл у нас. В
кухню ластами прошлепал и к сковородке сразу раз. К ней скафандр склонил поближе, вилкой в темноте поскреб. Макароны ненавижу, и обратно шлеп-шлеп-шлеп. Утыхнулся в ванну задом, сжав в руках какой-то трал. Ты ненавидишь и не надо, хоть бы ласты вытирал. Давайте позовем Катю. Катя! 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 Ой, какая песня у нас классная впереди. Говорят, ее написали специально для меня. Это такая так же есть. Кто-нибудь знает, как называется этот музыкальный инструмент? Очень похож на курительную трубку. Практически название животного, вот эта штучка называется как коза практически. Козу. Да. Козу. Это американский инструмент. Обещаю, в следующий раз у нас будут вот эти штуки еще побольше. Ну, когда еще этих козу не было в помине, мы в свою юность, молодость, да, мы играли на расческах. Ставили бумажечку такую тоненькую на расческу, и получался такой... Приду домой, буду пробовать. Ну, а я предлагаю вам все-таки встать с места, всем деткам сюда к нам подойти, и мы будем танцевать. Мне кажется, мы чуть-чуть уже подустали, а впереди у нас такие танцевальные песни как раз. Ну что, начинаем? Козы и козы.
еще одна песенка, мне кажется, она тоже новая, да? Ну, она, да, она новая, но хорошо забытая старая. Это на известный Чарльстон Андрей Алексеевич за счет написал. А кто-нибудь знает, что такое Чарльстон? Написал слова и получилась новая песня. Кто-нибудь знает, что такое Чарльстон? А кто-нибудь танцевал Чарльстон? Я предлагаю всем выйти. Кто хочет потанцевать вместе с нами? Мы сейчас быстренько с вами выучим пару движений. Давайте. Ручки нужно сделать вот так вот. Вот так вот, да, в замочек. И хотя бы ножки вот так вот делать. Вот так, давайте попробуем. У нас там будет соло, мы будем с вами танцевать. Научились? Вот, отлично. Мы готовы. Все умеют, но пищать мы уже пищали с вами. Теперь мы будем не пищать, а будем петь тра-ля-ля-ля. Все помнят это стихотворение, да? Веселая мышка в рояле жила. Она какой была? Музыкальная мышкой. Готовы?
веселая мышка роняли жирок, она музыкальной мышкой была и часто по звуке рояля пищала. По-моему, будешь петь ты, а я попробую красиво публикой. Значит, смотрите, песня называется «Солнечная зарядка». Значит, на стихи Галины Дядиной, музыка наша. Вот, вдохновение и движение будет ваше. Почему солнышко? Утром что солнышко делает? Встает, а потом садится, правильно? А если кто-то вот так вот встает и садится, встает и садится, это получается зарядка, приседание. Вот давайте мы попробуем с вами. Поприседаем. Вот смотрите на меня, я попробую что-нибудь такое изобразить, хотя я не сижу. Вот. А Катя сейчас будет петь. Да? А я приседать. Хорошо быть певцом, приседать надо. Я, кстати, пробовала, мне кажется, со стула очень удобно будет. Стула, да. Нет, стула.
хорошо. Давай вот так попробуем. Есть фотограф Никиты, кто хочет, может сфотографироваться с кем угодно.